Ну что, дорогие друзья, вот хочу вам разрекламировать такое местечко уютное. Хозяин этого заведения Мухтар. Вот такие вот столики, мягкие диванчики есть. И самое главное, вот он главный повар, у него золотые руки по самое плечо, очень вкусно готовит. Сейчас у него нету, но у него есть такая обалденная самса на ножках, да, вот есть очень вкусная пицца говяжья, вот пирожок с картошкой, самса, люля, такая самса, вот здесь у него такие вот кайбачики, какие-то сосиски с сыром, да, вкусные, вот самое главное, это вот у него очень вкусная, это, как называется-то? Хачапури. Хачапури по-аджарски, да, правильно, вот, и обалденный плов, да, вот шаурму можно заказать, есть шурпа, есть плов, есть лагман, манты, лагман, шурпа разного вида, шурпа, и все пальчики оближешь, несколько раз ходил, очень вкусно, все свежее, так что вот всем рекомендую, Мухтар, спасибо тебе большое.